своей книге про становление Пиксара финансовый директор студии Лоуренс Леви описал забавную сценку. В офисе одного голливудского супер-юриста Леви заметил подушку с циничной, как ему показалось, надписью «Ни одно доброе дело не проходит безнаказанно». Конечно, в цинизм голливудских адвокатов верится легко, но по сути фраза всего лишь прагматичное правило. Каждое доброе дело имеет свои последствия. Например, кормить голодных – дело в целом благородное, но кормление городских голубей приводит к неизбежному наказанию в виде изливающегося на улице птичьего помета. Что делать? Предлагаю выбирать дела, последствиям которых мы морально готовы.